Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, как сделать рыбку вкусно и быстро. На разогрето очищенное растительное масло репчатый лук резанный, туда же рыбку. Намазала горчицей с хреном столичной с одной стороны, потушила немножко под крышкой, перевернула, снова смазала горчицей, посолила, поперчила, снова немножко потушила под крышкой. Все, рыбка готова, сочная, вкусная, приятного аппетита!